Всем привет, дорогие друзья! Я приветствую вас из солнечной Испании. Сейчас я направляюсь в музей автомобилей и моды Малаги. Там будет много интересного. Пойдемте со мной. Музей автомобилей и моды в Малаге – это частная коллекция. Она расположена в здании бывшей табачной фабрики, и площадь экспозиции занимает 6000 квадратных метров. Здесь можно увидеть около сотни эксклюзивных, отреставрированных автомобилей различных эпох и стилей, таких как Belle Époque или Art Deco. Коллекция огромная. Каждая модель снабжена описанием, но в этом коротком видео я могу показать лишь отдельные экземпляры. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. Пойдемте. Один из первых автомобилей периода перехода от лошадей к автомобилям, так и называется, без лошадей. Автомобиль 1904 года принадлежал португальскому королю. Гоночный автомобиль Денди, производство США, 1912 год. Следующий красавец, Ричмонд, США, 1909 год. Машина для пикника. Французский автомобиль 1910 года. Делаж. Джексон, США, 1906 год. Черная вдова. Название автомобиля. Викторианский стиль. Шарон, Франция, 1910 год. А это Бьюик, 1916 год, США. Красавец. Рено 1912 года. Thank you.
Американский монстр 1914 года. Французский автомобиль 1911 года. Ну, это типа прадедушка минивэна. Тут и витоны пристроены. Тысяча девятьсот двадцать седьмой год. США. Но это испанская 1923 года машина. Испанская Сюиса. США 1930 год. Амбассадор. Франция, 1928 год. Студебекер, 1931 год. Мерседес, 1936 год, Германия. Бугатти, Франция, 1936 год. Роллс-Ройс, 1936 год, Англия, модель для миллионеров. Паккарт, США, 1936 год. Барчик с собой. Ситроен, 1962 год. Франция. Thank you.
Морган, 1928 год, Англия. Кайзер. Так, Делаж, Франция, 1949 год. США, 1930 год. Пьерси Роу. Спортчик. Ирландия, Италия, 1932 год. Французский Тальбот Лаго, 1938 год. Эль Коче де ла Дива. Автомобиль Дивы. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, было интересно. Благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!